выглянула из-за куста и зашипела на ребят, хотя они ее не трогали. Она шипела, потому что боялась, чтобы ребята не обидели котят. Решили вернуться сюда еще раз, когда кошки не будет, поиграть с котятами. Так добрели они до самой дачи. И вдруг раздался крик: «Да вон они идут!» И целая толпа бросилась им навстречу. Позади всех шел Шура с Марусиной шапочкой. Он улыбался, а глаза и нос были красные. Значит, только что плакал. Когда все успокоились, Людмила Васильевна сказала: «Конец, конец. Такие мальчишки, как вы, не могут ни с кем играть. Маруся, иди ко мне, я тебе почитаю. А вы отправляйтесь в сад». «Нет, я пойду с ними», — сказала Маруся. «Мы теперь помирились».